В центре Москвы спортивный Nissan на полной скорости продолжает. Размещение роликов в сети – единственный способ добиться правды. Настя ночью сбил. Она в реанимации. Это Сергей Полянский. Это известный бизнесмен. Избили девушку и скрылись с места ДТП. Человек может умереть. У меня есть видео, которое доказывает, что это вы сделали. Ты можешь отправиться с этим видео сразу к генеральному прокурору. Моему хорошему товарищу. Если не сделать ей операцию, она умрет. Надо успокоиться. Я спокоен, как удав. Ты позвонишь ментам, и все будут тебя аплодировать или что? Короче, есть идея. Мы сделаем ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Мне иногда кажется, Серега, что ты псих. Именно поэтому я приготовил для вас нечто особенное. Давай. Не очкуй. Поаккуратнее с дозой, смотри, чтобы весь офис не сошел. Твою мать. Тренер корпоративный. Нужны деньги. Срочно. Завязывай, Серега, завязывай. Рен тебе! Я умею управлять гневом. Неужели вы думали, что все ваши действия останутся без внимания? Он умрет, сука! Слово «справедливость» для вас потеряло смысл. Никого нет до этого дела. Никого, кроме нас.